Нам никто не помог. У нас к нам даже не выехала никакая комиссия. Нам сказали, пока у вас идут боевые действия, мы не выйдем. А то, что мы там живем, вот как бы, да, я вот живу там, двое детей, 5 и 2 годика, мама инвалид, онкологически больной человек, бабушка 85 лет, мы там жили, мы с подвала не вылезали. Это никто как бы не волнует никого, просто люди никому не нужны. Мы были долго здесь, но перед тем, как разбили дом, мы как раз выехали. И там у нас лаборатория сгорела полностью, и, к сожалению, он вообще не работает. Колбасный муж работал, тоже развалили, сказали, как отстроиться, позовем. Но уже вот мы тут 3 месяца, никто, сказали, он звонит каждый день, говорят, извините, пока мы с ним не можем взять. Два человека у нас находятся, тоже живут. Вот у них тут и телевизор, и все, пожалуйста. Вот они тут так живут. Обогреватель. Ну, все, что можем, мы все делаем, чтобы люди как-то не испытывали какой-то нужды. Пойдемте дальше. 5 детей здесь живет, вот семья. Вот они тут спят на 4 кроватях. 5 детей, вот они сидят. Здравствуйте. Меня зовут Аня, мне Киев. Мне Даня. Аня, Саня. Нет, Даня, Киев и Даня. И Даня. Здравствуйте. Наверное, заочно со мной все знакомы. Меня зовут Наталья. Я являюсь полевым куратором чешской организации «Человек в беде». И вот здесь обведете то, что вы купили. Может, вы арендовали дом, может, вы там купили уголь, дрова, может, вы купили одеяло, может быть, вы купили еду. Ну, я указывала по анкете, там еще у меня проблемы с углем, как бы угля у меня мало. Уголь есть, но его мало, мне не хватит его на зиму просто. Вот, и я как бы работаю сейчас, но мне уголь положено через 1/2 года только. Mm-hmm. Вот, раньше никак, сказали. Я взяв у долг уже угля коксику, а тепер чоловіку буде мені за що віддати. Я тепер ось як оце все зроблю, я чоловіку тепер віддам, і на мені не висітиме тепер оцей баланс, як отака цепру. Ну, остальне подивлюсь, там, що там, перчатку треба купити, шапку хорошу треба купити, бо це ж не шапка, це ж таке, бачите, це поганенько. Ну, а вам спасибо за все. Крепкого здоров'я. І мир, щоб був у мірі. Саме головне. Спасибо.